Да, у нас сегодня такой поэтический слет. Спасибо, Сергей Владимирович. Что? Я писала, пишу по заказу. По заказу дождей и снегов, и дороги, ведущие к закату, и висящие на дне облаков. Почему-то он сделан брюнетом. Все ученые спорят об этом. Ну, пошли сюда. И толкать его, обижать его. Да вот и малыш показал ему шею. А вот письмо преподаю к стопам, вот ответ разрешаю вернуться. Лишь бы колос под небом качался, только бы он не кончался, заказ. Лишь бы этот заказ не кончался. Для чего вы переводили эту книгу? Нельзя же брать без оговорки на протяжении сотни листов. Мой голос словно снег вам выпадает в ноги. И он умрет, как снег, и превратится в грязь. Не может, нет сил, я отвергаю участь явиться на помост в больничной простыне. Я смахнул свои сапоги игрушечные и сказал крокодил: ты меня победил. Не губи меня, Ваня Васильчиков. Вас в стены муровали, сжигали на кострах. Монахи муравьями плясали на костях. У меня эти глаза навсегда? Или как зубы выпадут? Искусство воскресало из казней и из пыток, и било, как кресало, а камни моабитов. Сегодня злобная метель ползла под арку ворот. Сегодня синяя капель. И в лужах меня. Сколько раз она меня ловила, сколько раз, сверкая серебром, сломанными молниями била, каменно выкатывала гром. Сколько раз ее увидев в чистом поле, замедлял я робкие шаги. Вы изнашиваетесь, вы стареете. Исполняйте все, что вам задано. И в свою исключительность верьте, но, впрочем, это не обязательно, потому что... Вот, как будто с газированной водой, всех автоматов баловень надменный. Таинственный ребенок современный подходит как к игрушке заводной. Потому что все равно ломат отчаянно. Все равно вы должны остаться там, где винтят. В примусе, в часиках, в кране, в крышке унитаза. Но тут по болоту охотники шли. И Мишенькин хвост увидали вдали. Глядеть, откуда такое в болоте блестит золотое. А и замуже можно обратно выйти? Твердили пастыры, что вреден и неразумен для людей. Но когда доказывает время, кто не разумен, тот умней. Муха мылась, муха мылась, муха парилась. Да свалилась, покатилась и ударилась. Плечо вывихнуло, ребро вывернуло. А ведь, боже, какая актриса была и какими умами владела. Что-то было нездешнее в каждой черте этой женщины. И даже двухлетнему Пете когда-нибудь будет 70 лет. И все дети на свете будут звать его дед. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал.